Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 11 декабря идет очень обманчивый день. Не дайте себя обмануть. Сегодня я вам расскажу, как можно себя защитить и что нельзя делать в этот день. 11 декабря нужно максимально бдительно и осторожно провести, потому что дата считается весьма опасной. Луна способна приоткрыть занавес над тем, насколько неблагоприятно окажется эта дата и как она может повлиять на всех нас. Это идет 26-й лунный день при убывающей Луне. Из фазы убывания можно сделать вывод, что каждый день силы покидают, а вот линия апатии возрастает. Поэтому сейчас следует грамотно распределять силы и доводить начатое до конца, а не пытаться самостоятельно взяться за новые крупные проекты. Но действительно опасной луковой дата становится из-за влияния главного на сегодня знака зодиака Скорпион. Во всем гороскопе это один из самых загадочных и непредсказуемых участников, который заставит сегодня пробудиться в людях все самое темное и токсичное. С утра заметите, что будет сложно найти общий язык с окружающими. Порой даже кажется, что все просто сошли с ума. Да и вам все сложнее себя контролировать. Скорпион подталкивает к тому, чтобы отомстить или проявлять хладнокровие. Если поддаться внешнему влиянию, то вы опуститесь до низких поступков или же рискуете довериться мошенникам. Весь день себя нужно контролировать. Кармический календарь также не спешит нас утешить и обрадовать. Это сложный день, подталкивающий к тому, чтобы раскрыться и довериться людям. Что запрещается делать сегодня? Ни в коем случае нельзя проявлять негативные эмоции и старайтесь не вступать в конфликтную ситуацию, иначе наживете себе новых врагов. И ни в коем случае не давайте сегодня в долг, кто бы у вас ни попросил. Существует стойкая убежденность в том, что из дома в этот день вообще ничего нельзя передавать в чужие руки, иначе счастье вы свое прогоните. Ну а для того, чтобы обезопасить и защитить себя в этот день, вам достаточно, можно 3 раза в день сделать такую практику. За своей спиной скрестите просто руки в кулак и скажите такие слова. «Себя защищаю, закрываю, от обмана я спасаю». Сказали 1 раз, и этого будет достаточно, можете заниматься своими делами. Данную практику хорошо в течение дня повторять до 3 раз, и будьте уверены, что вы оградите себя от обмана и защитите на целый день.